Салют, друзья, у микрофона Мистер Кей. Сегодня специально для вас я начинаю прохождение новой, абсолютно новой игры Call of Duty World War 2. Новая игрушка про Вторую мировую войну. Я игры про крупные войны середины 20 века очень люблю. Это в первую очередь была Вторая мировая и, конечно же, Вьетнамская война. И надеюсь, что эта игрушка оправдает все мои ожидания. Давайте соберем под этим видео 3000 лайков в честь начала прохождения новой игры, тем более такой масштабной, которую много рекламировали, которую много ждали. Ну что же, если вы смотрите меня впервые, то обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик. И давайте же начнем новую игру. Да, я хочу начать новую игру. Так, нам предлагают выбрать режим сложности от новобранца до ветерана. Насколько я знаю, режим сложности можно понизить без проблем, но, учитывая свой опыт Wolfenstein, я постоянно умирать не очень горю желанием, поэтому давайте выберем уровень сложности рядовой. Во всяком случае, попробуем на нем сыграть. 1 сентября 1939 года. В ней участвовало более 50 стран и погибло 65 миллионов человек. Этот конфликт стал крупнейшим в истории человечества. Невероятной жестокостью обрушилась на Западную Европу, поставив ее на грань гибели. В этот темный час мы должны собраться с силами, чтобы дать отпор агрессии. Уничтожение нацизма станет нашим тяжелейшим испытанием в истории. Но с помощью наших союзников мы обязаны справиться с ним и победить. Насколько я знаю, в этой игре мы будем играть за сторону США. Это абсолютно новый взгляд на Вторую мировую войну, потому что что конкретно сделали американцы в ней, я толком не знаю. И благодаря этой игре мы как раз и сможем это выяснить. Капец. A struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation. Черт, интро обалденное. Мне очень нравится начало в этой игре. Прям дух захватывает. Their road will be long and hard. Men's souls. Привет, помнишь меня? Обожаю Call of Duty. Иван, в таком случае приятного просмотра. Большое спасибо за 50 рублей. Я тебя, конечно же, помню. Спасибо. Охренеть. Call of Duty World War 2. Блин, начальное интро многообещающее. Надеюсь, игра такая же классная. Сегодня 6 июня 44-го. Если бы ты только видел это. Мы где-то на побережье лягушатников, я даже название места не знаю. Мы хотим отбить Францию у фрицев. Но пока мы только ждем. Ага. Мы ждем. О, просит у меня часы, здесь можно камеры говорю, повертеть. Нахрена тебе мои часы? Ты же долбанный капитан футбольной команды. Я в учебке я завел друзей, и сейчас мы все на корабле. Все напуганы до смерти, но виду не подают. Цусмана я сначала ненавидел, а теперь он, пожалуй, мой лучший друг во всем мире. Вечно попадает в неприятности. Если бы не шла война, он бы попытался ее начать. Ну, и мне нужно беречь пальцы, чтобы сделать снимок года. Стайлс после войны хочет быть фотографом в журнале Life. Он похож на Кларка Кента, но только когда снимает очки, то не видит просто ни шиша. А Елла ветеран. Но если честно, то мама бы назвала его деревенщиной. А, давай повысим ставки. Архангел, святой Михаил, спасает меня с Касерина. Возможно, нас сейчас знакомит с главными героями. И он твой. Ну, не знаю. Всегда можешь струсить. Я ставлю на Цусмана. Ладно, попробую. Больно смотреть. Просто засеки время. Рассказываю дальше. Мы с парнями завалились на покерную партию в гости к футбольной команде. Они сигналами показывали мне руки всех игроков. Вы бы видели лицо этого квотербека, когда я сорвал банк. Готовы?
Запомните, не стоит воровать у вора. Все. Ты в Нормандии. Ни хрена себе он. Злости Аела хватило бы на... Иван, я в курсе, что я воюю в Нормандии, но это единственное, что я знаю. Огромное спасибо тебе за 100 рублей. На шестерых. Кому нужен этот образ? Большое спасибо. Тебе был нужен. Приятного просмотра. Найду себе и получше. Настоящий трофей. Удачи тебе. Ой! Сбор в 6 часов, мы опоздаем. Знаете, мне вот атмосфера Второй мировой и, в принципе, таких войн середины 20 века нравится тем, что здесь все такое, знаете, старинное. Да, вот и вас на обед сожру. Только не нас, сержант. Нас так не слопать. Придержи язык. Особенно у американцев очень интересное вооружение и одежда. Держись тогда ко мне поближе. Нормандия, потом Рейн. Мы сможем, Дэниелс. Мы сможем. Я уверен, что мы сможем. Так, получается, мы сейчас будем двигаться сегодня прямиком на поле боя. Мы начинаем операцию беспрецедентной важности. Мы создадим плацдарм в Нормандии, чтобы прервать распространение немецкой агрессии, вот уже 5 лет наводящей ужас на Европу. Мы последнее, что отделяет... Атмосфера невероятная, уже раз повторяю. Не просто наш шанс героически проявить себя. Мы победим, и наш триумф навеки запомнит благодарный нам мир во множестве поколений. Я говорю о славе, господа. О славе. Получается, будем играть за этого парнишку. Полковник Дэвис умеет. Даниэль. Его речь напомнила мне ту, что толкнул наш тренер Джонсон перед игрой против Остина. Помнишь? Мы проиграли с разрывом 42 очка. Лейтенант Тернер всегда следит за Пирсоном. Держит его на поводке. Но если Пирсон сорвется, нам всем достанется. С тех пор, как я впервые взял в руки ружье, я хотел быть как ты, Пол. Угнаться за тобой будет нелегко. Но я попробую, черт возьми. Сейчас или никогда. Эй, вот бы меня такая дома ждала. Погоди, попадем в Париж. До него еще далеко. Помните, на берегу не сидим. Надо продвигаться. Держитесь по одному и не высовывайтесь. Делайте как в учебке и будете целы. Я с гордостью поведу вас в бой. Всегда и везде. День высадки, 6 июня 1944-го. Пляж ведь должен быть зачищен, да? Ты испугался, рядовой? Нет, сэр. А должен бы. Блин, у меня аж мурашки по коже, такая нагнетающая атмосфера. Конечно. Мне кажется, сейчас что-то произойдет. Твою мать! Я был прав, так, все присели, надо тоже присесть. А привстать можно? О, сели встали. Блин, капец, нас обстреливают. По всей видимости, с берега. Господи. 500 ярдов, окей. Капец. Мы заблудились. Не вижу ориентира. Ты слышал приказ? Вперед. Нас обстреливают с этого берега. Оу, мать его! Там лодку рядом с нами взорвали, господи! Черт, подери! Черт, да! 200 ярдов! 200 ярдов, уже рядом! Господи! План тоже! К награждению! Копится! Цель! Бангалор к проволоке! Быстро! Мы подплыли! В атаку! Бросить трап! Здесь нет укрытий! Это приказ! Сбрасывай трап! Сбрасывай трап, мать его! Оу! Блин!
Господи! Серьезно? Всю нашу лодку положили! Серьезно? Просто все, с кем мы плыли, мертвы! Обалдеть! Ну, не все, конечно. Ух, так, ну что, с этого момента начинается наша игра, друзья. 27 метров. Господи, они горят! Просто море трупов. Я в шоке. Бери Бангалоры к заграждению! Нам нужен путь бункера! У него ноги нет. Дэниел! Тебя этому и учили! Живо бери Бангалор! Черт, я в шоке. Я уже полюбил эту игру таким дерзким началом. О боже. Господи, здесь просто море трупов и море крови. Ну что, пройти к укреплению. 100 метров. Ладно, давайте попробуем пробежаться. Господи, обстреливают! Ложись. Черт, надо аккуратнее идти. Ой-ой-ой-ой! Господи! В ямку! Так, я полагаю, надо кого-то Господи, у нас нет хп. Как мы будем дальше-то бежать? Вы раненые, ищите укрытие. Я уже в укрытии, а как мне вылечиться-то? Кто стреляет-то по мне? Я никого не вижу даже. Ладно, давайте бежать в следующее укрытие. Господи, вы серьезно? Нас просто расстреляли. Ладно, давайте попробуем пробежать с этой стороны. Может быть, стоит... Господи, опять обстрел. Там пулеметчик. Черт. Что, я выбрал режим сложности рядовой, но меня все равно обстреливают со всех сторон. Капец. У меня почти осталось хп. 50 метров, а только половину пути преодолел. Ты можешь мне помочь? Мне хреново. Ладно, побежали дальше. Ложись. Ох. Блин, ну и атмосферка. Я даже не понимаю, по кому стрелять. Я врагов-то не вижу. Вы ранены, ищите укрытие. Бежим. Мы уже рядом. Ложись. Мы почти подбежали. 10 метров. Перемещайтесь ползком, чтобы избежать ранений. Ладно. Господи, беги. Они перезаряжаются. Иди. А, я понял. То есть у них есть время на перезарядку, и краски в этот момент мы должны бежать, окей? Они опять стреляют, ложись. Господи, обстрел. Прячься. Черт, побежали за следующее укрытие. О, черт. По всей видимости, они сидят где-то в укреплениях, и я не могу по ним так или иначе попасть. Черт подери, давай, мы уже рядом. Серьезно? Господи, это третья смерть в самом начале. Я уже представляю, во что вылится эта игра. Ладно, давайте попробуем сначала за это укрепление. Спешить не будем, друзья, в этот раз спешить не будем. Иди. Давайте бежать за этими ребятами тогда. Ложимся. Главное... Ой-ой-ой-ой. Главное по окопам. Где следующее укрепление? Вот укрепление. Бежим. Капец. Ложись. О. Как-то сыр выглядит. Мне нравится. Атмосфера классная. К укреплению. Живо, я подойду. 30 метров. Давай, к укреплению. Подползли. Все. Фух. Мы уже здесь. Это было непросто. Взрывай Бангалор! После того, как пробьемся, идем к бункерам. Почти получилось. Давай, вставляй, блин, у меня руки трясутся аж в игре. Дергай! Так, дергаю! Оу! Нужно оружие на изготовку! Окей. Пошли. Блин, обстрел со всех сторон. Господи, у меня почти нет хп. Это враги, получается? Стреляем по ним, перезарядка. Господи, нас там обстреливают. Здесь я пройти не смогу.
Ладно, давайте пробежим еще немного. Так, это укрепление, давайте туда спустим. Сдохните! Перезарядка. Сдохните! Фу. Интересно, а тут можно как-то сохраняться или только по контрольным точкам? Так, еще одного завалили, идем дальше. Здесь наверняка должно быть какое-то, какие-то аптеки, но пока я ничего такого не вижу. Ладно, пробираемся дальше. У меня почти нет хп. Твоя рана выглядит паршиво. Вот, держи. О, спасибо. Спасибо, друг. 6 лечения. Давай, 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 давай. Фух, отлично. Еще могу вылечиться? Нет, все. Больше нет медикаментов. За мной! Вперед! Перезарядка. Главное по головушкам стрелять. Так, давайте возьмем, наверное, другое оружие. Ага, я могу только заменить. Хорошо, постреляем из немецкого оружия. Проберемся немного ближе. Фу. Здесь пока никого не видать. Удачи, думаю, вид подписан. Когда ЗП? Когда ЗП? А, понятно, Костян. Окей, если оформишь вид подписка, я буду только рад. Большое спасибо тебе за поддержку. Спасибо за 100 рублей. Так, давайте, наверное, перемотаем раны. Огромное спасибо тебе, Костян, за 130 рублей. Приятного просмотра. Я так полагаю, мне надо идти сюда. Давай пробежимся. Господи, они тут! Сдохните! Гребаные немцы, сдохни! Черт, они со всех сторон! Пострели его. Вроде пострелили. Еще один готов. Фух. Способности отряда. Убивайте противников, чтобы заработать способности отряда. Ага, получается, у меня еще и прокачка какая-то доступна здесь. Хорошо. Обозначаю зону обстрела. А куда мне двигаться? Господи, по нам тут шмаляют со всех сторон. Мы сможем выйти-то отсюда? Не знаю даже. Ладно, выбегаем, выбегаем, выбегаем. Наверх идем, бежим, бежим, бежим. Жесть. Не знаю, вот кто-то написал, что выглядит сыровато, но мне по барабану на сырость. Атмосфера в этой игре охрененная. Мне очень нравится. Это реально передается в дух Второй мировой, дух битвы, и это главное, как по мне. Оу! Вас убило гранатой. Я увидел там отметку о гранате, но не обратил на нее внимания. Понял. Блин, на самом деле можно даже подсчитывать, сколько смертей у меня будет в этой игре. Мне кажется, я умирать буду по 20 раз на каждой миссии. Граната, граната, граната! Осторожней, ребята, граната там! Господи. Хорошо, бежим дальше. Перезарядимся. Дэниел, вы с Сусманом идете вперед и зачищаете бункеры. Живо! Хорошо, хорошо, идем вперед. Так, давайте кар возьмем. Тут он где-то лежал, вот он. У меня на него, в принципе, много боеприпасов. Ну, как много? 20, конечно, не очень много. Ну, ладно. Хорошо, бежим, 30 метров. Хорошо, засели! Хорошо, засели! А у меня гранат, кстати, нету, да? Бросить осколочный град. А, нет, есть. Лови гранату, фашист! Кто по мне стреляет? Давайте еще гранату бросим. Поставь гранату! Так, кого-то подстрелил. Давайте еще гранату бросим, у меня их много, я смотрю. Так, пока я больше там никого, там еще кто-то стреляет. Давайте туда гранат кинем. Главное красиво гранаты кидать, чтобы мимо не летели. У меня пока криво получается. Меня даже в тренировочный лагерь не отправили сразу на поле боя, это капец. Но это и круто. О, господи, фашист, сдохни! Хорошо, готов, там еще один. Оу, черт! Надо аптеку использовать. Лечись, лечись, лечись. Интересно, а ближний бой тут есть? Как-то не обратил на это внимание. Так, давайте подберем их оружие. У меня на него побольше патронов есть. Фашист! Готов. Еще перебинтуемся. Кинь туда гранаты. Сдохни! Сзади еще! О, господи! Я опять ранен. Смогу перебинтоваться, у меня нет аптечек. Господи. Хорошо. Надо быть поаккуратней. Надо быть... О, тут еще новое оружие какое-то. Давайте с него постреляем. Опять получил очки. Так, аптеку я здесь не вижу. А, вот аптека. Хорошо, перебинтуемся. Хорошо, аптеки есть. Так, тап, поиск цели. Угу. 20 метров. Побежали.
Видимо, надо дальше продвигаться, зачищать бункер. Зачистите бункер. Хорошо, убили еще одного. А, подвиги. Совершая подвиги, зарабатывайте достижения. Так, это мой. Всего высадилось 10 тысяч солдат союзников. Иван, ты прям такой, знаешь, дополнительную информацию нам подкидываешь на стрим. 10 тысяч людей, друзья. Я думаю, что 80% из этих умерло на берегу. Судя по тому, что там творилось. Спасибо тебе, Иван, за 50 рублей. Приятного просмотра. Так, это есть бункер. Нам надо сюда. Продвигаемся потихоньку. Так, это что у нас? Пополнить запас гранат. Ага. Давайте возьмем еще гранаты. Гранаты нам нужны. Господи, обстрел. Может, им гранату окинуть? Я, по-моему, там всех убил, конечно, но пофигу. И когда будет новая серия по Майнкрафту? Камиль. Новая серия будет сегодня. А так, а во всех анонсах стримов ты можешь узнавать в моем дискорде. Ссылочка есть в описании. Обязательно присоединяйся. Давайте гранату туда кинем. Спасибо тебе огромное за 50 рублей. Сдохни! У меня закончилось оружие. Точнее, патроны на оружие. Надо срочно что-нибудь подобрать. Так. Ну, я здесь кого-то убил. Давайте подберем то, что у них тут есть. Так, стоп. Не вместо пистолета, а вместо вот этого. Так, хорошо. На это есть патроны. Что-то патроны очень быстро заканчиваются. Реально дефицит. Надо экономить обязательно. Так, это мой, что ли? А, это мой. Чуть своего не убил. Сдохни! Гранату кидаем. Хопа! Вот так вот. Так, это тоже мой. Этот готов. Готов. Все. Фух. Кью. А, слушайте, можем еще и опрокинуть стол, чтобы использовать его в качестве укрытия. Это интересно. Так, давайте здесь смотримся. Можем опять взять кар. Перебинтуемся обязательно. Так, сколько у нас патронов на кар? Ну, не очень много. Ладно, давайте возьмем это оружие. Хотя на него тоже патрон заканчивается. А, это не кар, это дробовик. Ого. Давайте с дробовиком побегаем. Двухстволочка. Так, зачистите бункер. 20 метров. Хорошо, продвигаемся дальше. Бежим, 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 бежим. Артиллерия стреляет по берегу! Сдохни! Наших не, конечно, я не уверен, что двухстволка будет бить на дальнее расстояние, но хоть что-то. Ну что ж, не бог так сносит. Прям наш назад откидывает. Я видел в самом начале, что чуваку снесло голову. Интересно, можно хедшотом снести кому-нибудь голову нахрен? С плеч. Или все это зацензурено? Так. Двухстволочка, это, конечно, хорошо, но я взял бы более эффективное оружие. Так, идем, 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 идем. Так, это Оу! Он был с огнемета, и мы его расстреляли. Я пошел! Готов. Так, больше пока никто не высовывает. Оу, черт. Думаю, гранату надо кинуть туда. Лови гранату! Одного убили, второй взорвался. Там еще ребята стреляются. Давайте тоже кинем туда гранату. Опа! Гранату! Так, тут кар есть, давайте его возьмем. Перезарядимся. Главное не пропускать полезные вещи, какие-нибудь аптеки. Надо обязательно все осматривать. Боеприпасы и так далее. Так. Ну тут все мы зачистили. Так, где цель? Вот тут. Черт! Слушайте, без прицела тут лучше не стрелять, опасно. Давайте перебинтуемся. Так, еще боеприпасы, еще оружие. Можем пополнить боезапас. Гранат и так далее. Так, хорошо. Возвращаемся назад к нашим ребятам. Черт, тут еще немцы! Откуда здесь взялись-то? Просто хедшоты раздаем. Красиво. Так, это мои? Это немец? Фух, подстрелили его. Скажи спасибо хоть. Так, возвращаемся назад. Мы отсюда пришли. И идем назад. Хотя сюда мы еще не заходили, не зачищали это место. Слушайте, ну пока мы еще не умирали, это радует. Сдохни!
наверху. Огонь! Где они там? Не вижу никого. Давайте кидаем ту гранату. Опа! Аккуратнее, ребят, там граната. Оу! Они откуда-то сбоку стреляют. Так. Знаете, вот самое интересное, что противники и союзники никак не отмечаются. Ну ладно, союзники отмечаются, но в поле боя... Я не знаю, как в ближнем бою сражаться. Меня не обучили этому. Просто паника гребаная. Прошу, помогите! Я двоих, что ли, подстрелил? Так вот, союзники отмечаются, но противники не отмечаются. Союзники отмечаются, а противники нет. Блин, хотя гранату кинул, использовал аптеку. Но суть в том, что иногда путаешь, кого стрелять. Так. Я в прошлый раз сюда зашел. Но там немец сзади подошел. Может быть, отсюда он прибежал? Тут закрыто. Давай, выходи, 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 высовывайся. Опа, высунулся. И получил в голову. Там еще один, что ли? Или это нет, нет, это просто стол какой-то. Ага. Граната рядом. Аккуратно. Господи, перезарядка, перезарядимся. Бункер зачищен, 4 из 5. Получается, осталось зачистить последний бункер. Окей. Открываем. Ой, ой, ой. Дымовую кинул. Господи, открываем. Дымовая на Е, кстати, кидается, если я правильно понял. Ладно, Цусман, еще один. О, я уже вижу этих гадов, которые там ходят. Так. Подстрелил кого-то или нет? Господи, кто по мне стреляет-то? Кто-то прям так, знаете, уверенно работает сверху, что ли? Не вижу никого, давайте пробежим дальше. Пошли! А, да-да-да, сверху работает. Давайте гранату им туда кинем. Хопа! Ближе пробежим к этому бункеру. Так, аптека есть. Ее нельзя использовать. Ну давай! А так полагаю, нам внутренне зайти. Оу! Давай, 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 давай! Я жму, Ев! Все, отлично. Фух. Слушайте, он нас так серьезно напугал. Оу! Он нож ему воткнул. Так, подвигаем пробел. Господи, эти мини-игры. Иди нахрен со своим ножом, я не сдамся, я не хочу умирать. Так, подвигаем мышку. Что-то мини-игры такие интересные. Оу! Фух. Надо мышкой двигать обязательно. Ты жив, парень? Готов. Ну, дружище! Не могу встать. Спасти Цусмана. Вытащи меня отсюда. Ладно. Держись, мы тебя вытащим. Попробую. Двигайте, чтобы тащить. Бля, а куда мне его тащить-то надо? Надо добраться до этого. Нажмите 6, чтобы использовать аптечку. Давайте перебинтуемся, наверное. Я не могу перебинтуемся. А, могу. Хорошо, тащим. Слева! Я пустой! Я пустой! Блин, он стреляет по мне! Сдохни! Фух, здесь будет сложно. Надо перебинтоваться, наверное, еще. Они, видимо, будут выбегать, и нам надо будет стрелять из-за пистолетика по ним. Капец. Надо найти укрытие! Давай! Давай, ползи! Я не собираюсь здесь умирать! Много! Много, да, их тут реально много. Я пустой! Пустой! Ну я вроде всех убил. Все чисто, пошли! Пошли! Чисто! Двигайте, чтобы тащить союзника, окей. Двигаем. О! Тут настоящая жара. Не поспоришь. Я теряю много крови. Держись! Я прям читаю мысли их. Еще одно укрытие. Не поднимай голову! Так, откуда они идут? Дымовая. Ты убил их? Они все лезут! Лезут и лезут. Черт!
Перезарядка. Осторожно! О! Красавец! Пошли! Хорошо стреляет. Окей, тащим Цусмана дальше. Мне интересно, а эта история на реальных событиях построена или нет? Про это ничего не было сказано. Черт! Граната! G отбросить! Я не успел нажать G. Окей. Окей. Осторожно! Готов! Пошли! Блин, столько тонкостей геймплея тут есть. Круто. Хорошо, тащим дальше. Давай живее! Я с тобой! Сейчас опять граната прилетит. Иди к черту! Все, откинул. Откинул, тащим дальше. Можем спуститься здесь! Давай! Закидывай его вниз. Вот так! Господи, еще бегут! Не хочется тратить много патронов чисто по головушку. Не дергайся! Хорошо! Три выстрела, три трупа. Зажми рану! Почти на месте! Тут еще лезут. А, это наши. Хорошо, поднимаем его. Что, все, спасли Цусмана? Так, так. Это невероятно, друзья, это невероятно. Врача! Мне нужен морфий. У меня есть морфий для тебя. Ты только не умирай. Девочки в Париже ждут нас. Я читаю их мысли уже сколько раз. Правда? Наши слова повторились. Конечно. Дай взглянуть на твою девушку. Да ты шутишь? Ладно, я ни черта не вижу. Только отдохну. Чуток. Нет, не закрывай глаза. Эй. Дэниелс! Я здесь. Помоги! Кто-нибудь, приведите сюда врача! Я здесь! Иди! Ну, надеюсь, этот Цусман выживет. Кто позаботится? Ты пойдешь со мной, Дэниелс. Слушайте! У фермерского дома стоит орудие GPS! Оно бьет по берегу! Вперед! Мы вернемся за тобой! Проверь патроны и гранаты! Окей. Уничтожить артиллерию, 100 метров. Ты самый лучший ютубер. Бери патроны, Дэниелс. N, чтобы пополнить боеприпасы. Окей. Способность отряда. Некоторые способности останавливаются быстрее других. Так, у него надо лейтенант, взять патроны. Нужны патроны. Я про тебя не забыл. О, спасибо. Данил, спасибо тебе большое за поддержку. Спасибо большое за 50 рублей. Да, приятного тебе просмотра, друзья. Приятного просмотра всем вам. Давайте в честь нового Call of Duty такой шикарной атмосферы устроим зверскую атаку лайками. 3, 2, 1, лайк, спайк. Бум. Бэби. Ну, а нам надо бежать дальше. Когда дойдем до фермы, приготовьтесь к атаке. Думаю, надо всегда держаться укрытий, потому что эти немцы могут вылезать из любой жопы мира. Господи, обстреливают со всех сторон. Перезарядка. Перезарядись. Так, где моя цель? 35 метров, понятно. Давай до нового укрытия. Хопа. Все, я тут. Могу там убить того, этого. Вроде убил его. Но они еще снизу стреляют. Сдохни. Там еще один, и тут еще один. Хорошо, убили. Перезарядка. Перезарядка на этом каре долгая. Готов. Готов. Слушайте, кар очень хорошее оружие. Один выстрел, один труп. Одна граната, труп мы. Когда дойдем до фермы. Блин, нас откинуло назад, хорошо. Живее. Надо не забывать гранаты чекать. Это, блин, важно. Это важно, ребята. Так, давай до следующего укрытия. До этого камушка, наверное. Так, хорошо, сняли его. Перезарядка. Убили. Здесь надо... Блин, тут так много немцев. Надо очень аккуратно действовать. Так, они убежали куда-то. Давайте... Да какой... Второй раз на этом месте. Может быть, там какая-то проволока натянута? Потому что гранату я не видел на этот раз. Ладно. В этот раз тогда буду обходить иначе.
Блин, может там реально ловушка, кто знает. Я же не знаю еще всех толкостей игры. Так, один выстрел. Давай, поднимайся. Отлично, убили его. Перезарядка. Так. Господи, можешь гранату им туда кинуть? Лови нахрен! Убили. Другой отбежал куда-то. Давайте сюда под, спрячемся. Да что ж ты будешь делать? Слушайте, в третий раз на одном и том же месте. Я понять не могу. Там явно что-то не так. Может быть, нам надо через эту ферму как-то пробежать? Или справа машину обойти, даже не знаю. Так, давайте снова этого пулеметчика убьем. Готов. Гранату им там кинули. Вроде все умерли. Ага. Новый пулеметчик. Перезарядка. Вот раз не буду к этой машине подходить, она мне не нравится. Я там уже три раза... Оу, да, все. Она, видимо, по скрипту взрывается, понятно. Так, хорошо, убили того наверху. Перезарядочка. Надо им туда гранату кинуть. Давайте закинем. Хопа! Полетело, да-да-да, полетело. Прячемся здесь. Один мертв. Второй убежал. Пули только и свистят. Фух, я думаю, надо перебежать, наверное, сюда куда-нибудь. Перезарядимся сразу. Так, аптек тут не видать. В принципе, мы целы, мы еще можем сражаться. Еще один мертв. Еще один мертв. Так. Господи, они меня видят. Оборонять позицию. Защищать 11 метров, использовать пулемет 20 метров. Так, давайте пробежим тогда сюда. Господи, господи! Сдохни! Перебинтуемся быстро. Ложись, ложись, ложись! Черт. Умер, умер. Тут сзади меня стреляет. Господи, сколько их здесь? Они прям по мне тут шмаляют. Назад, 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 назад! Жесть! Бинтуйся, бинтуйся! Да господи, они нас окружают со всех сторон! Черт подери, давай, перезаряжайся же уже. Даже не знаю, куда спрятаться. Давайте сюда, что ли, заляжем. Фу. Еле-еле выжили, друзья. Еле-еле. Еще одного убили, гранату кинули сзади. Или что-то казалось. Надо занять это здание обязательно, я думаю. Это наш или не наш? Даже не подсвечивается никак. Давайте снова перебинтуемся, пока аптеки есть. И будем заходить вовнутрь. Я до сих пор не понял про ближний бой. Потому что мне, ну, не сказали, как им пользоваться, если он вообще имеется тут. Пока что только стреляем. Так, где у нас пулемет? Пулемет наверху, давайте поднимемся. Что, садимся? Кинули гранату и садимся. Вот так вот, друзья, вот так вот. Перезарядка. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, нам больно, слушайте, нам больно. Думаю, надо аптеку аптекой воспользоваться. Так, снова за пулемет. Но пулемет это явно более хорошее оружие здесь. Сможем их всех обстрелять. Потому что их там очень много. Ну, их там реально очень много. Тихо, 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 тихо. Помогайте мне, что ли? Я не могу тут один справиться. О, это наш? Это наш танк? Надеюсь, что да. Уничтожь артиллерию. Я так полагаю, надо F использовать. Динамитик, давай, давай, давай. Динамитик я люблю. Поберегись! Так, побежали отсюда нахрен. О, да! Молодец, Дэниелс. Фух. Так, ребята, идем за мной к точке сбора. Хорошо, возвращаемся назад. Пирсон, составь рапорт о потерях. Столько людей погибло. Да, людей погибло очень много. Очень много. Чертовски высокой ценой. Дэниелс. А я думал, что меня не удивить. Он ведь поправится? Ага. Его хорошо подлатали. Надо было остаться на лодке. Вовремя понял.
На F держи ближний бой, окей? Попробую использовать, спасибо за подсказку. Мы прорвемся. До конца. До конца. Мы взяли пляж! Лагерь ставим у второй линии кустов за хребтом. Ты принят в первую кровавую. Далеко забрался от Техаса, парень. Тут, кстати, взяли пару немцев в плен, я смотрю. Никто из нас не был готов. Но ты сделал все верно. Спасибо, сэр. Я... Спасибо. Все будет хорошо. Да, сэр. Да, конечно. Да. Слушайте, начало игры... Не знаю, кто решил, что это лучший очень способ классно освободить Европу. Но я гарантирую одно. Так, получается, утром что... Утром на побережье их не было. Получается, что мы выполнили первый эпизод «День высадки». Слушайте, начало игры охрененное. Первый эпизод шикарно. Надеюсь, дальше будет только динамичнее и динамичнее. Да, так и есть. Мы закончили первый эпизод «День высадки», и теперь у нас доступен следующий эпизод «Операция Кобра» 25 июля 1944 года. Хорошо? Выбираем. 7 недель со дня высадки. Надо прорваться из Нормандии, и мы идем вглубь на захват Мариньи. Так мы получим контроль над дорогами и пройдем по Франции до Парижа. Освобождение близко. Хорошо, давайте начнем эту операцию. Выбор сложности. Значит, операцию. Фух. Здесь уже хоть мы не чувствуется эта атмосфера войны, которая была в самом начале. Пирсон так не считает. Но он вечно недоволен. Может быть, к Рождеству я уже буду дома, с парочкой медалек на груди. Но сначала надо взять Мариньи. Шмелинг против Ламоты. Шмелинг послал Баламуту в нокаут. Ну не, Шмелинг нацист, я бы его пристрелил. Его сделали кумиром, у него не было выбора. У всех есть выбор. А Ницше говорил, что есть только сильные и слабые. Хватит, умник, ладно. Льюис и Шугар Рэй Робинсон. Если Льюис такой, как в 38-м, то Робинсон, конечно. Да. Смотри, как ты вернулся. Думал, ты еще не скоро. Услышав, что крутые сукины сыны собрались брать Мариньи? Все идет по плану. К Рождеству будем дома. Не стой столбом, покажи. Ладно. Неплохо, а? О-о-о! Видал и похоже. Нормальный шрам. Рад, что ты снова в строю. Рад вернуться, сэр. Ладно, парни. Есть уникальная возможность. Это наш шанс вырваться с плацдарма. Будет непросто. За всеми кустами сидят фрицы и в районе видели их бронетехнику. Но если возьмем и удержим Мариньи, все дороги наши. И раз Цусман получил ножом в живот, и вот он как новенький, я могу на нас поставить. Всегда ставь на победителя. Для Тернера защищать нас – дело чести. Мы играем за американцев, пойдем. Кто еще не понял. Только война все время... По крайней мере, в данный момент. Операция Кобра. О. Блин, как они низко летают! Это так красиво выглядит, черт подери. Хорошо. Так, первый взвод, выдвигаемся. Так, нам получается к этому танку. Сесть на танк. Давайте сядем на танк, я не против. Эй! Вроде такие раны заживают по 8 недель. Я готов, сержант. Честное слово. А, честное слово. Оно же ничего не стоит. Значит, ты готов? Прямо как новенький, сэр. У тебя кишка не тонка. Просто не показывай ее всем. Танки, поехали! Бля, у него болит это место, я смотрю. Очень сильно болит. Окей, залезаем на танк. Хватайтесь крепче! Будет трясти! Все как обычно. Пирсону ты нравишься. Как льву сырое мясо. Пошли, пошли! Блин, это круто, это реально круто. На гребаном танке во Вторую мировую. Крас. А ты неплохо держишься. Ха, а ты сам как? Не мог пропустить все веселье. Эй, Пирсон запрещает веселье. Знаете, почему вас гнобит? Кассири!
Потерял там лучших друзей. Он там получил 15-ю статью и понижение. Он уперся рогом, все его люди погибли. Это был кошмар, резня. Нацисты озверели. Мы выжили только потому, что они не перебили... Америкосы не вражки, это Франция. Из-за этого засранцы мы все не потеряли. Тернер этого не забыл. Рапорт на него подал именно он. Но Пирсон думает, что если сделает из вас вояк, смоет пятно. Только смываем мы. Да, ты все понял. Поэтому он все не уймется. Даже на убийство пойдет. За что бы я убил? За жрачку. Ты только что ужинал. Говно на палке, а не ужин. Эй, как насчет шашлыка? Твою мать. На что они надеялись? В открытом гробу не похоронить. Эй, это же чей-то сын. Не, это Фриц. Да, Дэниелс прав. Не все они гады. Они дали нам Кеплера, Моцарта. Хорошо, студент. Марлен Дитрих. Вот это уже лучше. И не забудь об их изобретениях. Печатный пресс, микроскоп, сосиски. Вы меня убиваете. Вы это слышите? Летит сюда. Черт, бомбардировщик, что ли? Господи, оу, твою мать. Смерта. Я так и знал, что какая-нибудь херня здесь начнется. Так и знал, а. Это было так очевидно. Твою мать. Просто самолеты обстреливают нас. Не то чтобы даже с земли, с гребаного воздуха по нам стреляют. Надо защитить наши Шерманы. Вдалеке стреляют зенитки. Мы должны захватить одну из них и сбить штуки. Хорошо, хорошо. Пройти к зенитному оружию. Побежали, побежали, побежали. Два отряда, окружите их слева и справа. Фух, я думаю, что я здесь уже был... О, вижу этих мразей. Так, готов. Собственно, сейчас вроде какое-то другое оружие, да? Да, у нас новое оружие. Уже по 8 патронов стреляет. Может быть, модифицированная версия какая-нибудь. И стреляет более быстро. Надо перезаряжаться. Это М1. Ага, это М1, понятно. Может, им гранату окинуть уже, а? Лови гранату нахрен! Давайте ближе подходить, наверное. Потихонечку. Там все в дыму, ни хрена не видно. Может, домовуху кинуть, а? Так, убили, готов. Сверху стреляют еще. Откуда огонь? Оттуда? Да, оттуда. Так, надо перебинтоваться, я думаю. Не помешает. Может быть, туда пройти? Хопа. Убил его. Ближе подходим. Оу! Высунулся тут. Мерзавец. Еще один готов. Все, живых нет тут больше. Есть. Куда же без живых-то? Твою мать. Они вылезают просто, знаете, как... Какие-то тараканы. Давайте кинем туда гранату. Аккуратней. Это наш. Они сверху еще. Отстреливаются. Фух. Где? Вижу одного. По головушке. Второго по головушке. Замечательно, перезарядочка. Третий остался, последний вроде как. Все. Нет, там еще есть. Надо. Аптеку заюзать. Хорошо. Откуда он стреляет-то? Я его не вижу даже. Все, чисто убили. Хорошо, молодцы, ребята. Надо догнать наши танки! Хорошо, залезаем наверх. О, здесь еще много фрицев. Слушайте, сейчас уже не получается просто по головушкам их красиво убивать, как из кара. Надо больше выстрелов наносить, видимо, броня уже решает. Вперед! Тесните их! У меня, кстати, заканчиваются боеприпасы. Думаю, надо гранату кинуть. Опа! Спускаемся вниз. Ой-ой-ой, больно. Надо ближе подойти. Слушай, дай мне патроны, парень. Сюда! Давай. Лови. Спасибо. Не помешает. Хотя он мне как-то мало дал, слушайте. Да еще патронов, парень. Мне нужны патроны. Спасибо. Господи, что он стоит и настреливает? Знаете, такой встал, знаете ли, и стреляет одной рукой.
умник нашелся. Так, там еще один фриц. И там еще один. Блин, как много трупов здесь будет после этой бойни. Еще один готов. Так, давайте продвигаться дальше. Господи, это не мои! Мне кажется, рано я выбежал, да? Надо перебинтоваться. Они уже бегут! Давим их! Ага, они убегают от нас, понял. Так, может быть, тут что-то есть? Нет, ничего нету. Хорошо, двигаемся дальше. Черт, что это за джунгли? Что за Вьетнам? Ясно, они выбирают, но более хорошие позиции. Знаете, я стараюсь все-таки по одному выстрелу делать. Иногда получается, иногда нет. Так, мне пока патроны не нужны, давайте дальше двигаться. Самое интересное, что все начинают двигаться, когда я иду первый. Знаете, такая машинка для проверки, есть там нацисты или нет. Всегда должен идти первый. Хорошо. Господи. Все бомбят со всех сторон. Тут есть укрытие? Вроде есть. Какое-то. Думаю, надо взять вот это здание, наверное. Давайте туда пробежимся. Так, что у нас тут есть? Нет, медикаментов нет. Мы что-то можем подобрать? Сувениров найдено. Ага, получается, на этой карте мы еще можем проявлять подвиги и собирать сувениры. Так скажем, так, дополнительные задания. Хорошо. Вот эта зенитка. Сейчас мы берем граунд и поможем нашим... Гранатку кидаем. Хопа! Полетело. Думаю, надо спуститься куда-нибудь вниз, в укрытие. Перезарядка. Кто еще? Черт, тебя подстрелили, парень! Держись! Давай сюда. Так, вижу там фрица. Господи, атмосфера! Ну и атмосфера. Настоящая война. У меня, кстати, заканчиваются боеприпасы, можно попросить патроны. Парень, дай патроны. Сэр, мне нужны патроны. Спасибо. Фух, ну что, вот и зенитка, друзья. Но прежде чем мы ее захватим, давайте устроим еще одну зверскую атаку лайками. За такую шикарную атмосферу в этой игре. 3, 2, 1, лайк, спайк. Бум, бэйби. Хорошо, захватываем. Получается, с нее стрелять еще будем. Черт. ПКМ приближение. А куда мне надо навести цель? Может, мне надо... может, мне надо сбить самолеты? Да, скорее всего, так и есть. Капец, мне надо сбить гребаные самолеты, друзья. Это... Бью. Шикарная штука. Так. Парень по радио явно взбешен. Крауты не понимают, в чем дело. Я вроде их перестрелял там немного. Так, еще самолет летят. Да, еще летит. Прямо сюда летит. Господи, давай. Не знаю, подбил или нет, там еще... Вы не смогли защитить свои танки. Блин! Ну, я не знаю, я стрелял прямо по ним. Прямо по курсу. Не знаете? Надо на опережение, надо как-то стрелять. Хотя бы один сбить надо. Хорошо, один сбили. Второй сбили. Фу, слушайте, трудно стрелять по самолетам, надеюсь, все получится. Парень по радио явно взбешен. Крауты не понимают, в чем дело. Еще враги! Так, откуда летят? Откуда летят? Вижу. Еще один подбили. Второй. И второй подбили, здорово. Третий остался. Третий подбили, надеюсь, да. Черт, по мне обстрелы начинают. Еще один подбили. Так. О, черт, он прямо в нас влетел. Капец. Жесть, но они просто в нас летят. Это капец какой-то. Впереди, хорошо. Вижу. Жесть. Мимо нас пролетел. На три часа, где они? Ага, вижу. Но они высоко. По целям, которые высоко летают, труднее попасть. Все-таки пока снаряд долетит, все дела. О, черт. Еще самолеты. Сдох.
Блин, а если один такой самолет прямо в нас приземлится, это... Мы погибнем? Давай. Отлично, Дэниелс. Фух, мы справились. Надеюсь, они получили урок. А вот и танки. Ты как? Они убили моего приятеля Милза, но мы их здорово помяли. Враги впереди, окопались с паками. Надо их выбить. Хорошо, Пирсон. Бери боевую группу и займите позицию для прикрытия. Когда вы подавите паки, я с Пирсоном поведу основные силы. Есть, сэр! Дэниел, Сусман, вы со мной, идем! Так. Окей, идем дальше. Занять выгодную позицию. Хорошо. Я сказал паки. Что это такое? Артиллерия фрицев. Противотанковая. Водную не читал? И что нам делать с артиллерией? А вот я и сам вам скажу. Какие-то яблони растут. Ну как растут? Росли, я так полагаю. Это наш. Б-47. Наш чё? Что? Надо было раньше самолет? До зенитки. Господи, это наш самолет. А где трупы? Можно посмотреть на трупов? Черт, не видно. Наверное, они все уже с концами, ладно. Ноги не валяются, оторванные. Это же гражданские. Капец. Ну конечно, студент. Мы же сражаемся с фрицами. Кстати, мимо пролетают. Нельзя попасть. Им просто повесили заживо, ё-моё. Хорошо, бежим дальше. Сюда! Тут хорошая позиция! Доставайте бинокли! Вон Перес и его парни! Так, это мы! Идут в это самое мы. Пекло! Нам нужно снять расчеты паков! Да немцев там много! Всем открыть огонь! Вижу два пака! Сдохните нахрен! Запросить боеприпасы. У меня есть боеприпасы. Спускаемся, спускаемся в окопы. Бегите, бегите! Лучше домой бегите, чтобы выжить. Иначе сейчас все умрете. Так, давайте приляжем. Еще один мертв. Давайте гранату кинем. Гранатку, гранатку. Хопа! Полетела одна. Вторую сюда давайте. Красиво. Я бы сейчас на самом деле взял какое-нибудь другое оружие. Вот, например. Из него я еще не стрелял. Фашистское какое-то. Ой-ой-ой-ой. Больно зашопано. Надо перебинтоваться. Так, 6-6. Осколочная граната. Все, перебинтовались. Ближе под пулем. Так, ты скинь боеприпасы, может быть, аптеки. Да, аптека есть, хорошо, взяли. Так. Куда ты вышел, а? Что, хорошее оружие, мне нравится. Можно из него пострелять для разнообразия. У него огнемет был? Ни хрена себе! Как насчет того, что поджа... А, это не огнемет, господи, показалось. Это пулеметик какой-то. Но перезаряжается он долго. 175 патронов. И стреляет неплохо. Давайте гранату туда кинем. А, боеприпасов не осталось. Может быть, туда дымовуху? Давайте перебинтуемся. И пробежим дальше за следующее укрытие. Так, еще боеприпасы. 600 патронов на эту пушку, нормально. Все чисто. Чисто, точно? Капец, мы всех убили. Господи, прямо над нами! Ха, красиво. Собраться за одним из танков. Хорошо, я готов. Как-то на автомате я перезаряжаюсь, хотя достаточно много боеприпасов. Хорошо, держусь за танками. Без проблем. Так, вижу фрица. Можно гранату кинуть. Хопа! Полетела гранатка. Очень сильная отдача у этого пулемета. Очень сильная. Давай, давай, перезаряжайся. Дальше двигаться будем. С той стороны еще стреляют. Убили одного. Идем дальше, идем дальше.
Жесть, как они маршруты прокладывают. Давайте обратно кар возьмем. Хотя у меня мало патронов на кар, поэтому давайте с пулеметиком похуй. Продвигаемся дальше за танками. Блин, они просто убегают, Их давят там, передавливают. Что аж кости хрустят. Хорошо. Так им и надо. Это мой был. Откуда он выбежал? Блин, я запаниковал. Я думал, это Фриц. Господи. Аж контузило. Так, откуда стреляют? Нельзя наступать, пока эти паки стреляют. Издалека откуда-то. Занять позицию для снайперской стрельбы. Хорошо. Иди к одному из сараев. Займи позицию для стрельбы. Двигаемся. За укрытий, засранца. Ну, мы тоже за укрытий. Давайте гранату туда кинем. У меня нет гранат. Готов. Просто разрешите его пулями. Что он как дуршлаг стал. Фух. Сверху стреляют. Ё-моё, сверху. Фух, больно. Надо перебинтоваться. На нас, мне кажется, даже брони, кроме каски, нет. Это капец. Хорошо, заходим вовнутрь. О, чёрт. Чувака грохнули. Гранатки нет у меня, да? Есть. Кинем одну. Но я даже не знаю, смогу ли я забежать туда быстро. Ой-ой-ой, больно. Наверное, надо сразу туда забежать и спрятаться. Ух, зашли. Вылезай! За пулеметом там засел, ублюдок. Так, этого поджарили, я смотрю. Угрозы он не представляет для нас. Капец. Хорошо. Наверх поднимаемся. Надо занять позицию для снайперской стрельбы. Бери снайперское ружье и нейтрализуй расчет. Я вижу три пака, Дэниел. Так, а где взять? Ага, взял. Фух, ну что, друзья, теперь я снайпер. Одного убил. Еще одного убил. Что, здорово. Так. А по нам они стреляют? Так, еще одного пострелил. Отлично, убил его. Перезарядка. По сути, это КАР-98, но со снайперским прицелом. Как, знаете, как в PUBG. Прицел X15. Так, пока врага больше не вижу. Целься в боеприпасы. А где боеприпасы? Вижу нациста. А боеприпасы где? Оу! Хорошо, еще два. Давайте попробуем их найти. Этого можно снять, я думаю. Боеприпас это красные бочки. Вон еще. О, да. Хорошо, давайте перезарядимся. Еще один. Так, это вот тут что ли? Да, отлично. Хорошо. Берем обратно пулемет. Хотя, знаете, здесь можно и со снайперской побегать. Отстреливать кого-нибудь издалека. Неплохое оружие. Так, это мои. Хотя ладно, давайте возьмем пулемет тут все-таки. Надо окопы зачищать. Оу! Прямо здесь сидят! Ё-моё, я даже не ожидал здесь увидеть. Все, убил. В смысле, они сдаются, все? Точно сдаются, а то я знаю этих нацистов. Лежать! Рад, что он сдался. Давай на землю. Странно, они сдались. В принципе, я не хочу им доверять, но они просят пощады. Так, где следующая цель? Подойди. Хорошо, двигаемся дальше. Подойди к Терчету. Ой. Блин, я уже какой раз по своим стреляю. Потому что никак не отмечаются на карте, только когда в них уже целишься. Лейтенант! Стойте! Командир на подходе! Так, слушайте.
Рота Чарли под обстрелом у церкви. Им нужны патроны и поддержка. Пошлите к ним отряд. Сэр, мы и так рассредоточены. Это приказ. Есть, сэр. Черт. Джипы возьмем, но нужна танковая поддержка. Да, план такой. Берез! Пирсон пойдет за тобой с отрядом. Не могу. Херачи, пишет в чате. Расхерачил. Черт побери. У парней время на исходе. Помощи не будет. Берите джипы и вперед. Живо! Ладно. Чарли завязли в дерьме по уши, вытаскиваем их мы. Вперед! Окей. О, нам доверили управление машиной. Вернитесь с роты, Чарли. По этой дороге следующая деревня. Окей, слушайте, интересно. Можно погонять. Полегче. Ладно, ладно. Дорога разделяется. Я буду ехать за этим джипом впереди. Следите за отступающими краутами. Они пройдут прямо по роте, Чарли. Мы должны их опередить. Левее! Левее! Берегись! Блин! Просто под обстрелом едем! Господи, давай, проезжай по болотам-то! Я за тобой же двигаюсь! Я за этим парнем еду, я не знаю, куда ехать! Мистер Кей, какие у тебя настрои пивонус? Я про битрейт. Если лёгс, то скажи, какой битрейт? Как ехать в Марини? Ну, касательно битрейта, битрейт у меня 12 тысяч всегда. Да, битрейт у меня всегда 12 тысяч. Впереди поворот, в остальном... Дорога разделяется! Ну, обработка идет через видеокарту NVIDIA. Следите за отступающими краутами! Они пройдут... Там много разных настроек, очень много тонкостей, которые надо знать. Но битрейт 12 тысяч. Спасибо большое за 50 рублей, поклонник, мистер Кей. Я такой битрейт большой ставлю специально, чтобы качество было получше, хотя бы в записи. Так, я так полагаю, нам надо здесь вперед, что ли, проехать? Окей. Господи! Правее, хорошо. Блин, задобил нацисту, ё-моё. Танки! Да я еду. Короче, это форсаж, друзья, это форсаж время Второй мировой. Просто какие-то гребаные гонки. Долго не выдержим! Давай! Господи! Я не знаю уж, как... Я просто еду туда, куда мне велят. Господи. О, черт! Аж подлетели. Держи руль! Хорошо. За пулеметик. Блин! Это обалденно! Серьезно! Чарли надеется на нас! Там враг прям перед нами едет. Проехать. Хорошо. Держись! Там враг! Стой справа! Враги справа. Обстрел. Я пытаюсь их убить. Ты только езжай, парень. Я не хочу умирать тут. Хочу умереть дома. Впереди, бей по нему! Класс, зачесался! Почти прибыли! Фу, какой-то город приехали. Погода здесь! Они уже в доме! Сдохните! Просто по всем! Кого вижу, по тем и стреляю! Не тормози! Я не торможу! Жесть, у меня почти здоровье закончилось. А, тут нет здоровья вроде как. Я зачищаю всех, зачищаю! Занять позиции у дороги! Жесть! Стреляем. Видимо, надо обстрелять этот дом весь. Фух. Собраться. Невероятно. Лучше ну и погоня была. Смотри, не влюбись в меня, Мерфи. Спасибо, что вовремя появились. Дэвиса благодари, он отдал приказ. Ладно. Уже поздно двигаться дальше. Похоже, у вас есть отсрочка. Простите, сержант. Да? Но разве за этими зданиями не сидят крауты? Может, нам поискать место получше? Ты прав, рядовой. Закажи нам номер в Рице. Сэр. Он просто боится. Кто просто боится? Подумай о своих проблемах. Как ты со своей раны будешь держаться завтра? Я в порядке, сержант. Дэниелс, присмотри-ка за ним.
Опаснее врага может быть только гордыня. Отдыхайте, ребята. На рассвете займем Мариньи. Блин, чувствую этот парень, который справа стоит, которого мы спасли. Не могу поверить, но Цусман снова с нами. Он отлично держится, учитывая весь этот чертов прорыв через бокажи. Пожалуй, Пирсон мог бы обходиться с ним помягче. Но, увы. Я думаю, тот парень, который справа, которого мы спасли, он все-таки погибнет из-за своей гордыни. Скорее всего, так и будет. Ну, посмотрим. Посмотрим, как сложится дальше сюжет. Мы уже прошли два эпизода. Это реально классно. Давайте позже посмотрим, какой у нас третий эпизод начинается. Ну, а пока мы его не начали, друзья, давайте устроим еще одну зверскую атаку лайками в честь нового Call of Duty. 3, 2, 1, лайк, спайк! Бум! Бэйби. Цитадель. Цитадель. 26 июля 1944 года. Ну что же, 26 июля. Мы засели на одной ферме неподалеку от Мариньи. Я закрываю глаза, думая о Хейзел, но вижу все тот же сон. Хорошо, давайте начнем сражение. Ред, стреляй! Господи, кошмары снятся. Все тот же сон. Вроде того, все время снится. Я в порядке, а ты отдохни. Нет, я покажу Пирсону, что готов. Мне плевать, что он скажет. Тебе нечего доказывать. Знаешь, я устал от этого дерьма. Дома, если хочешь выяснить отношения, выясняй. Тогда тебя будут уважать. Я понимаю. Поверь мне, у каждого из нас свои битвы. Но мертвым уважение просто ни к чему. Спасибо за поддержку. Ну и... Старина Михаил за нами присматривает, так что беспокоиться не о чем. Вот уж не знал, что вы в это верите. Я приму помощь от кого угодно. Так ты расскажешь про этот сон? Кстати, у нас еще не было ночных сражений. Волки задирали наш скот. Мой брат Пол и я пошли за ними, но неудачно. О, черт! Сейчас! Скорее! Он просто рвет его на куски. О. Ты цел? Прости, Пол. Послушай меня. Бояться это нормально. Нам пора домой, братишка. В тот день я поклялся, что больше никогда не подведу Пола. Но теперь я должен убедить не его, а Пирсона. Прячься! Цитадель, 26 июля 1944 года, Мариньи, Франция. Будем прикрывать их огнем с этой церкви. Вопросы? Все! У меня вопрос! Копи их, Стайлс, получишь звездочку. Идем! Ну а только посмотрите опять на количество самолетов, которые летят над нами. Это невероятно. Фу. Способность отряда. Н запрос минометный удар. Давай запросим. Вызовешь минометы, Дэниел? Я хочу вызвать минометы. Как минометы вызвать? Домовую кинем. Так, нам получается туда надо идти. Хорошо. У нас, кстати, новое оружие. Это М1928. Ё-моё. Это, кстати, автоматическое оружие. До этого мы еще не стреляли за автоматического оружия производства США. Только из немецкого. Так, продвигаемся дальше потихонечку. Захватить церковь. Хорошо. Но отдача есть, которую надо контролить аккуратненько. Граната! О! Может, им туда гранату закинуть? Лови! Давайте перезарядимся. О, кого-то убил даже. Все, сдохли? Сверху еще. Перезарядка. Лови! Фух.
Надо аптечку заюзать. Захожу! Я прикрою! Да чё ты на меня настреливаешь-то там сверху? Самое классное в этой игре, что не надо стрелять обязательно с прицелом. А обычным прицелом. Нет цифрового прицела, это очень классно. Добавляет, так скажем, реалистичности. Как заканчиваются боеприпасы? Надо попросить, наверное, еще. Мне нужна аптечка. Так, это получается медик. А где этот? Где парень с боеприпасами? Ладно, то давайте возьмем это оружие. Из него пока что постреляем. Так, захватите церковь. Окей, двигаемся дальше. На машинах приехали, значит, а? Воу, блин! Только что в церковь самолет влетел, охренеть! Так, надо занять более хорошее укрытие, я думаю. С юго-востока, понятно. Тут, кстати, нет карты, самое классное. Самое интересное. Только так можно смотреть. Я закончил. Оу! У меня, во-первых, закончились боеприпасы, а во-вторых, меня убили. Блин, надо взять другое оружие. Я там бросил свою пушечку, мне кажется, надо ее вернуть назад. Может быть, это взять? Это что у нас? Угу. Где оно тут валялось-то? Вот. Вот мое оружие. Боеприпасы бы только мне не помешали. Давайте туда кинем. Эту машину уже взорвали. Черт, пару патронов осталось. Кто-то может патроны подкинуть, а, ребята? Скоро с пистолета стрелять начну. Оу. Может быть, нам сюда стоит перебежать? Нет патронов. Сдохни. Так, ладно, давайте возьмем его оружие. Кар. Так, пистолет надо вернуть. Дэниэлс, вытаскивай его, я прикрою. Подвигаемся дальше. Он перезарядится. Фух. О, черт! Кстати, можно было протестить ближний бой. Что-то говорю, надо F зажимать. Господи, они прям рядом со мной. Это что, фашистский танк, что ли? Да, реально, это фашистский танк приехал. Капец. Я даже не понял сначала этого. Убили его. Засел тут, знаете, у них в ТУ. Это круто. Еще один. Убили. Перезарядка. Окей, давайте попробуем сесть за пулемет. Вылезай. Твое время закончилось. Теперь пришло мое время. Время настоящих героев. О! Блин. Надо того обязательно снять сейчас. Он с гранатометом там что-то делает. Оттуда еще стреляют. Меня взорвали, что ли? Фух. Я думаю, я не по тем целям стрелял. Давайте попробуем сесть заново. Еще враги! Дэниел, садись за пулемет на БТРе! Так, давай сначала снимем этих. Потом этих. Блин, тут очень много врагов. Сдохни. Со всех сторон по мне стреляют, а? Со всех сторон просто. Давайте обратно. Черт. Получается, здесь не обязательно использовать БТР все время. Граната! В укрытие! Ложись! Ох! Они взорвали БТР. Так, оружие. Покажите их позицию! Ага, позиция их там. Так, а этот что делает? Нужна помощь! Этот медикаменты кидает? А, нет, вроде патроны кинул. Ладно, бог с ним, двигаемся дальше, чтобы сначала надо аптеку использовать. Сняли одного, сняли второго. Кстати, смотрите, они подсвечиваются, что ли, когда я запросил их позицию? Я знаю, что могу наводить артиллерию, я хочу туда! Как навести-то ее? Господи, как на артиллерию навести? Блин, дымовуху запросил. Давайте кинем туда ее. Я так и не понял сейчас, как мне запрашивать артиллерию. Было написано, что на N, но... видимо, надо подойти к определенному солдату, который этим занимается.
Оу, блин, они обрушили целое, целый кусок здания. Еще одна граната. Бежим, 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 бежим дальше. Мне же церковь надо занять. Есть. Улица зачищена. Хорошо, улица зачищена. Выбиваем дверь. Все, церковь пустая. Где они? Может, убежали, когда нас услышали. Рауты оставили припасы. Подготовьтесь и пойдем в башню. Хорошо, давайте заберем боеприпасы. О, нормально. Пулемет на втором этаже. Укрытие! Господи! Надо пригнуться. Кинь туда гранату, что ли, не знаю. Долетит, долетит. Надо другое укрытие занять, мне это не нравится. Вперед, быстро! Они тут... Оу! Черт подери, он прямо здесь был. Аптечку, аптечку мне. Хорошо. Надо убить тех, кто наверху в первую очередь. У них преимущество сейчас. Так, перезарядка. Смотреть в оба. Вперед, быстро! Гранату кинули! Господи, бежим! Ну, раз вы кидаете, то я вас сейчас кину гранату. Вы же понимаете это, ребята? Зачем? Зачем так делать? А тут что кто-то стреляет. Давай сюда перебежим. Ой, это мой. Блин, я устал уже по своим стрелять. Они не подсвечиваются. Я не могу отличить своих от чужих. Перебираемся. Вынесли ему мозги все. Перезарядка. Блин, нужно какое-нибудь автоматическое оружие. Мне не нравится этот кар. Все, убили его. Тут оружие какое-то было. Давайте его заберем. Господи, он с огнеметом, что ли, ходит там? Окей, я понял. Убили. Нужно опять аптеку использовать. Он прям здесь. С пулеметом, реально. Ой, откуда? С огнеметом. Готов. Все. Больше угрозы она не представляет. Такая цель у меня. Войти в церковь, понятно. Переберемся сюда, тут аптека есть. Надо кинуть гранату туда. Опа! Залетело. Я ее сам себя, что ли, кинул? Хорошо, я понял. Опять все заново. Ну, ё-моё. Окей. Так, у меня еще есть оружие. У меня есть пистолетик и кар. Ясно, ничего нового. Мне надо быть поаккуратней. Господи. Я опять забыл, что он здесь был. И знаете, мелкие моменты забываю постоянно. Куда он убежал? Вылезай, засранец. Хорошо, снял его. Нас обстреливают. Вон, залезаем сюда. Пригнуться надо. Обязательно пригнуться. Пробираемся потихоньку. Так, хорошо, давайте кинем гранату туда. Граната! Можно наверх еще гранату кинуть. Бросаю гранату! Перезарядимся. Так, переберемся сюда сейчас. Снял его? Нет, ранил. Теперь снял. Перебираем сюда. Обходим. Готов? Точно готов. Так, надо перезарядиться. Он все поджигает здесь. Аптеку мне. О, черт! Блин, 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 блинский! Я кинул гранату прям под себя. Путаюсь в клавишах. Хорошо. Аптеку мне. Ну сюда забежал. Ты совсем что ли сдурел? Бесстрашная мразь. Так, давайте возьмем его оружие, наверное, на первое время. Все-таки автоматическое оружие получше здесь будет. Хорошо, идем аккуратно. Так, тут еще что есть? Где оно было? Так что ж мимо него прошло? Вот, вот, вот. Хочу его взять. Надо этого с огнеметом убить. Или его уже убили? Вроде положили его, хорошо. Кинь туда гранату. Надеюсь, не так, как в прошлый раз.
Я уже думаю, все, у меня каранте, у меня контузило. Хорошо, огнеметчика убил. Ну что за херня? Кто-то сзади, что ли, стреляет по мне? Прям обстрел ведут такой жесткий. Давайте с этой стороны будем двигаться. Давайте! Нам надо взять церковь! Давайте кинем туда еще одну гранату. Может быть, он подорвется. Так, давайте заюзим аптеку. Нет аптек. Здорово. Так, возьмем кар здесь. Больно, блин, было. Так, ребята, аптеку мне. Аптеку срочно. Кто там аптеками заведует? Так, ты чем заведуешь? Отлично. Аптека есть. Каждый следующий эпизод все сложнее и сложнее и круче предыдущего. Это круто. Все, вынес его. И тебя вынес. А, еще нет, тебя еще не вынес. А теперь вынес. Хорошо, заходим. Хорошо, в церковь. Чисто. Церковь наша. Посмотри, что с орудиями. Иду к двери. Граут избивают истребители. Сусман наел. Займетесь зенитом. Ну как же низко истребители Дэниел, летают. Сказал, это пипец. Хорошо, что наверху будешь ты. Без напряга. Не бойся, я прикрою. Да, надеюсь. Без напряга. Нам получается наверх сейчас подняться. Поднимаемся, живо! Хорошо, поднимаемся. Лезь наверх! Лезу, 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 лезу. Надеюсь, вы не боитесь высоты. Это что-то изменит? Нет. Получается, мы сейчас будем снайперами работать опять. Хорошо. Давай, лезем, 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 лезем. Я спешу изо всех сил, сэр. Так, блин, вид отсюда, конечно, обалденный. Берем, берем снайперскую винтовку. Фу. Так, надо избавиться от зениток. Около горящей машины. Вот тут он. Вижу их. Собрался, сэр, собрался. Так, последний. Так, хорошо. Сейчас снимем снайперов. Противник, второй этаж. Так, надо задерживать дыхание, я думаю. Поможет. При цели. Расчисти им путь. Кто еще? Кто еще? Вон еще один. Держи, хорошо. Здорово. В дворе стоит еще одна зенитка. Так, еще одна зенитка. Они подошли к зенитке. Это наши, а вот немцы. Он еще стоит. Так, задержка дыхания. Еще одного снял. Гребаный огнемонщик. Да, сейчас перезаряжусь, сэр. Все, снес его. Убери оставшихся. Снимаю, снимаю. Так. Этот уже не встанет. Где еще? Где еще? Не вижу, кто еще стреляет. Так, вон, давайте перезарядимся. Не вижу последнюю цель. Защити наших парней. Я не вижу, где он. Кто стреляет по нашим? Вон он. Аелы и Цусмана нужно прикрыть. Я прикрываю, сэр, прикрываю. Вы не смогли защитить. Я не видел, где находился последний. Прям все осмотрел. Блин, жаль, жаль. Ладно, попробуем еще разок. Берем снайперскую винтовку. Готов! Хорошо. Перезарядка. Место хорошее здесь. Даже не стреляют по нам. Привет, Кей. Удачного стрима меньше, чем три. Воу, Кек! Воу, Кек! Приятного тебе просмотра! Огромное отлично. Спасибо тебе за поддержку! Спасибо за 50 рубликов! Спасибо, дружище! Огромное спасибо! Все, бегут, бегут! Вынес одного! Второго вынес! Третьего вынес! Огнеметчика вынес! Еще раз? В смысле, он еще не умер, что ли? Так, еще живой там ползает. Живой, что ли? Да сдохни-то уже! Да! Получилось! Получилось? Фу, в этот раз вышло.
прижали! Ни хрена себе! На площадь выезжают БТРы! Они прижали их! Бей по пулеметам! Бей по пулеметам! Где пулеметы? Ага, понял. Снес одного. Снес второго. Снес третьего. Все, пулеметчики готовы. Сейчас будем остальных сносить. Перезарядимся. Они приближаются к зениткам. Крауты на крышах. Так, вижу их. Блин, нравится снайпером работать, знаете, реально без напряга. Отстреливаешь их, ищешь. Круто. Так, кто еще тут стреляет по нам? Точнее, по ним. Ага, вижу. Перезарядка. Надо вот этих снести. Перезаряжайся. Блин, цель далековато. Их обстреливают сзади. На них идет БТР. Снимаю. Так, сзади. Ну, в БТР никого нет. Да я вижу, что их окружили, но... Типа... А, вот они, все, вижу их. Снимаю. Оу! Кто это? Дёрнер? Непонятно, кто это, но их взорвали. Давай, чтобы они помогли Цусману. Фух, перезаряжаемся. Так, это мои. Это мои, по ним не стреляем. Они бегут дальше. Какая новая цель? Новой цели нет пока. Кто еще стреляет по ним? Не вижу никого. Красиво. Цель изменилась. Покинуть церковь. Наружу живо все. О, черт. О, боже. Ему голову снесли. Просто раскромсали. Нет. Обалдеть. Так. Поворачиваемся. Вот это поворот. Окей, ухожу. Фух. Ну, главное, что мы выжили. Блин, вся церковь рушится. О нет, о нет. Давай, давай, спускайся. Блин, колокол. Черт. Это просто капец. Сейчас колокол у нас упадет. Давай, отодвигай. Оу! Чуть не прижал. Это невероятно. Просто чудо, друзья, что мы выжили. Хорошо, бежим, 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 бежим. Нам надо только выбраться из церкви. Вышли! Вышли, друзья! Это просто пипец! Вся церквушка развалилась. Ты видишь у меня крылья? Нет, сержант! Потому что я тебе не крестная фея! Черт возьми! Я потерял хороших бойцов! Так, надо собраться и взорвать те орудия! Ну же! Я так. Не вижу Цусмана! Аптеку возьмем. Они были вместе, когда она обвалилась. Нам нужно просто удерживать эту точку. Хорошо, будем удерживать эту точку. Без проблем, сэр, без проблем. Отстреляю всех немцев. Попросить гранаты. Давай гранату. Надо держаться. Спасибо, сэр. Сейчас закидаю их гранатами. Хопа! 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 Просто куча гранат, друзья. Супер, супер. Так, вот отсюда кто-то стреляет. Блин, больно. Где он? Не вижу его, только что тут был. Вон он. Пролезает, пролезает. Блин, прямо здесь ползают. Иди к черту отсюда. Фу. Есть еще гранаты? По всей видимости, больше нет. Они уже здесь. Мне бы какое-нибудь автоматическое оружие. Сэр, автоматическое оружие. Так, двустволочка. Ну, пойдет. Для ближнего боя нормально. Аккуратнее. Мне нужна аптека, сэр, сэр, прикройте меня. Я же тут ключевая цель. Давайте я возьму автоматическое оружие все-таки. Фух.
Я прикрываю. Аптека нужна. Перезарядка. Так, ты мне что можешь предложить? Их позицию. Ага. Да, смотрите-ка, я когда я запрашиваю указание позиции, они подсвечиваются. Перезарядка. Дэниел, гранаты дымовые нужны? Да, давай, давай, давай. Кидай, быстрее! Все, кидаю, кидаю, а куда кидать? Молодчина! Закину сюда, закину туда. Меня упрашивать не придется. Подать дымовой сигнал. Хорошо. А где мне его подавать? Хорошо, подаю, подаю, подаю. Надеюсь, туда кинул. Черт побери, Дэниел! Ты хочешь, чтобы они нас разнесли? Держитесь, пока не прилетят в Б-47! Блин, кажется, надо было дымовую кидать не сюда. Это, видимо, бомбардировка. Б-47 на подходе! Они сейчас нас разнесут! Так, я понял. Я сейчас допустил роковую ошибку, я кинул дымовую гранату красную прямо туда, где мы были. Это было явно не лучшее решение. Цусман! Но мы выжили. Я жив. Молодцы, ребят. Вы отдали все силы. Обратили в бегство этих гадов. Вы чертовски годные солдаты. Они отлично справились, сержант. Может, вы в них ошиблись? Хм. Вы скрывали таланты, парни. Я мало от вас требовал. Но теперь мы посмотрим, на что вы способны. Принеси ему голову Гитлера на блюде. Заноет, что оно не блестит. Если будем и дальше так драться, то войне скоро придет конец. Потому мы и должны играть по-крупному. Ладно, я в деле. Ну что, получается, в этом месте завершается третий эпизод. Немцы отступают так же быстро, как мы наступаем. Но мы под постоянным прицелом Пирсона. Кажется, нам придется превзойти себя. Ну что, друзья, третий эпизод завершили под названием «Цитадель». И что же я могу сказать? Наверное, на третьем эпизоде мы сегодняшний стрим будем завершать. Покажите, друзья, покажите, что вы хотите увидеть следующую серию по прохождению Call of Duty как можно скорее. Поставьте свой зверский лайк. Напоминаю, наша главная цель в общей сложности собрать 3000 лайков. Я думаю, мы должны справиться с этим, если вам нравится Call of Duty. Потому что война шикарная, война шикарная. Ну что я могу сказать? Огромное спасибо всем, кто меня сегодня смотрел. Обязательно подписывайтесь на канал, если смотрите меня впервые. Жмите на колокольчик, вступайте в мою группу ВКонтакте. Присоединяйтесь к моему Дискорду по ссылочке в описании, чтобы искать анонсы будущих стримов, в том числе и по этой игре. Все они публикуются в Дискорде. Отдельное огромное спасибо тем, кто поддержал этот стрим своим донатом. Друзья, огромное спасибо за вашу материальную поддержку. Большое спасибо, конечно же, вообще всем, кто меня сегодня смотрел. Что могу сказать? Просите еще, друзья, но у нас стримы длятся в среднем 1.5 часа. Сегодня еще есть планы, поэтому этот стрим надо завершать. Я с удовольствием поиграл еще, потому что игра очень интересная. Здесь еще очень много эпизодов, я уверен. И мы будем двигаться дальше, но уже в следующий раз. У микрофона был Мистер Кей. Всем хороших игр, всем хорошего настроения, друзья. Всем удачи. Всем пока.